Английский правильный глагол с транскрипцией, часть четвертая. И мы с вами подобрались к самому финалу. И разберем основные правильные глаголы, сделаем акцент на их произношение, посмотрим транскрипцию и, как всегда, разберем много полезных примеров. Итак, приступим. 30-й глагол в нашем списке start. Начинать, да? Именно долгий звук start, да? Как в слове car, машина, и start. Начинать. So the lesson started. То есть урок начался. Или также можно сказать the lesson began. Далее. Stop. Останавливаю. Здесь наоборот. Звук короткий о. Stop. She stopped there. Она остановилась там. Study. Изучать. То есть, хотя мы говорим student, да, student, звук you. Здесь а, краткий study. Как в слове but, да, но. Или в слове cut, резать. Изучать. Study. So let's study English together. Давайте будем изучать английский вместе. Suggest. Предлагать. Обратите внимание, что это второе, смотрите, в первом слоге не просто suggest, а suggest. Не са, а се. Suggest. What would you suggest? Что вы предложили? Take. Брать. Всем нам известный глагол. Как правило, здесь очень мало делается ошибок. Дальше. Talk. Говорить. То есть L не произносится, это длинное O. Talk. В принципе, по аналогии с глаголом гулять, да? Walk, да? Let's talk about this problem. Давайте поговорим об этой проблеме. Okay. And let's talk about the next slide. Давайте поговорим о следующем слайде. Итак, смотрите. Travel. Путешествовать. Звук A. Как слово cat. Кошка. Travel. Путешествовать. So, I like traveling. Мне нравится путешествовать. Try. Пытаться. Это односложное слово. Let's try. Давайте попробуем это. Turn. Поворачивать. Звук R. Как слово girl. Девочка. Please, turn around. Повернись, да? Вокруг. Дальше. Слово всем известное use, использовать, длинное u, use, и z, да, звук use, отсюда слово user, пользователь, да? How would you use it? Как бы ты это использовал? Let's use our knowledge. Давайте использовать наше знание. Wait. Ждать. Ну, всем известно. Please wait. Пожалуйста, подождите. Wait for me. Подожди меня. Да, и самое последнее, но не самое скучное. Смотрите, walk. Мы уже касались этого глагола, да? Смотрите, давайте вернемся. Значит, talk и walk. Это такое длинное O. То есть никакого R не надо. Дальше, watch. Краткий звук. Watch. Do you like watching TV? Yes, of course, да, конечно. Work. Работать. R. Звук R, как в глаголе turn, который мы смотрели. Turn. Work. I work very hard. Я работаю очень усердно. Very. Беспокоиться. То есть обычно это а, да? Если британский, английский а. Короткое а, как в but. Don't worry. That's okay. That's okay, don't worry. Все в порядке, не волнуйтесь. And я и действительно хочу сказать don't worry, be happy. Don't worry, be happy, да, просто так. Don't worry, be happy. Этим все сказано. Окей. Okay. Bye. До скорой встречи.